Добрый вечер всем, добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Ну, сегодня сложный выпуск, тяжелый. С этим мы живем уже с 7 числа, 7 апреля, как только начались первые звонки об отравлении собак. Простите, говорить очень сложно. Ну, начнем с того, что я хочу сказать, большую выразить благодарность своим волонтерам, безумным ребятам, действительно, которые откликаются на все и все. Я, к сожалению, ВКонтакте не сижу, я удалилась по той причине, что моя нервная система не выдерживает. Смотрите, Ефремская подслушана и прочих идиотов, которые там сидят. И Вите прислали скриншот, что на одной из остановок нашего юго-западного района подвесили в коробочке котят и написали «Заберите, спасите». Так как Вита работает у нас учительницей младших классов, далеко от города, она позвонила своему парню Максиму, и Максим съездил, забрал этих котят. Котят, соответственно, слепые, подсосные. Сутки мы искали кошку. Ну, спасибо девчонкам. Девочкам, которые откликнулись и подложили этих замечательных котяток под кормящую маму. Потому что, ну, ни Вите, ни мне просто с этим не справиться. Вита целыми днями на работе. Максим тоже у нее работает. И тут же вечером единственное, что моя группа в Одноклассниках, как она была, есть, так она и есть. Спасибо всем моим подписчикам, старым, новым, добрым. И тут же под моим постом, когда мы искали кормящую маму, написали, что на Свердлова, где у нас находится девятиэтажный дом, выкинули еще 7 котят в коробочке. Ну, соответственно, мимо мы не могли пройти, дорога, трасса. Я поехала, нашла эту маленькую коробочку обувную, где, прижавшись друг к другу, сидели, ну, может, около месяца. Котятки, 7 штук, забрала. И этих котяток мы отвезли, кстати, к нашей сейчас вот именно той женщине, которой мы помогаем и о которой мы будем выпускать, транслировать ролики. Ну, а дальше видео не для слабонервных, но с этим мы прожили 2 с лишним недели. Спасали на грани, девочки. На грани кого возможно, кого-то вывозили. Уже трупы. И знаете, что самое удивительное, что по всему городу на тот момент у нас пропал витамин В6. Он просто исчез с полок аптек. И на складах почему-то он тоже перестал быть. Но это Господь всем. Всем Господь судья. Я молю единственное Господа Бога о том, чтобы когда-то, наконец, вот это вот все закончилось. А закончится это может только тогда, когда придет бумеранг к тем, кто это делает. И чтобы по больнее этот бумеранг ударил. И как можно больнее, я не знаю, вы простите меня, пожалуйста, я очень спутанно говорю, потому что мне реально очень больно. Я похоронила, к сожалению, последних своих питомцев. Которых я знала по 6-7 лет, и которых, к сожалению, мы не смогли все-таки спасти. Так уж получилось, что я говорю, у нас резко вдруг пропал витамин В6. Ребят, Гай, Волчок, вообще все, сотни собак опять ушли на радугу. Простите меня, что не сберегла, не уберегла, но вы дички. Хотя я всегда думала, что вы же пережили не один отстрел, не одно отравление, но все-таки в этот раз
они целенаправленно кормили собак. Прямо целенаправленно выходили и кормили животных. Простите нас, простите, пожалуйста, что не смогли помочь, не были рядом. Даже не пощадили щенков. Насколько возможно и кого возможно, мы спасли. Мы спасли. Щенки на передержке растут. Сегодня мне позвонили, просят еще забрать 7 щенков. Маму тоже, к сожалению, отравили. Но не могу пока откликнуться и помочь, потому что сейчас в приюте нас очень много. У нас нет лишнего места. Уважаемая моя, такая большая дружная семья. До этого как-то я в ролике уже озвучивала. С сегодняшнего дня и в каждом ролике я буду просить вас, каждого, помочь собрать нам денежки на вольер. Стоимость одного вольера будет рассчитана где-то в районе, нам рассчитали, в районе 15 тысяч. На 3 вольера финансовые средства уже собраны. И для того, чтобы мы смогли еще больше кого-то спасти и кого-то перевести к себе в приют, я обращаюсь к вам, к каждому. Помогите нам, пожалуйста, с постройкой вольеров. Они нам действительно жизненно необходимы. Смотреть на то, как мучаются животные, это страшно и больно. И не приведи, Господи, участвовать вообще во всем этом. Ну так я живу уже 9 лет. Город бездушья и город мерзости. Ну, как-то вот так. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.